запечатала под замок искусный. А Асмодей, как и предсказано, поглумился немного. Создал он специально для племянников своих ад и колесо сансары. Теперь только родится малыш Иисова, толком еще и не осознал сути вещей, а ему уже и умирать будильник звенит. Болезни, хандра, умирать пора. Это, конечно, заслуга геи. Так поработала, что самоуничтожение в генах запускалось. А Асмодей целую систему создал, чтобы разум отобрать. Живет тварь 70 лет. Не осознав, кто он и цель нахождения, потому как для его законсервированного рассудка полет мысли невозможен. Помер. На каждом шаге по дороге в ад его сопровождают боги. У каждого своя квалификация, и каждый за отдельным моментом следит, чтобы все было отлажено и не вызывало подозрения искусственно созданной машины. Но, как время пришло в материальный мир возвращаться, и вовсе память стираем. В итоге каждый лили и не подозревает, какую он силу в себе носит, запечатанную геей, и смерть считает естественной. Вот так живет чудовище, нарабатывает знания и опыт тяжелым трудом, вдруг щелчок в генах, и часики о старости заявляют. В аду не сладко, но все помнит он, всех узнает. А вот как младенцем приходит, так все заново, забыл все о себе, кем был, что знает, что умеет, а может книга танц, где запрятанная им лежит, не помнит. И понравилось это Асмодею, и геи, и довольны были.